После учителей добровольно-принудительная вакцинация вводится среди полицейских. Согласно опубликованному в прессе документу, руководители внутренних подразделений должны ежедневно сообщать, сколько сотрудников иммунизировано. А отказывающиеся от прививки обязаны указать уважительную причину. В информационной записке за подписью замначальника генинспектората карабинеров Василия Ионил он просит подчиненных руководителей обеспечить иммунизацию сотрудников в ускоренном темпе, а также предоставить списки вакцинированных сотрудников полиции. Для обеспечения безопасной среды на рабочем месте, а также для того, чтобы подтолкнуть подчиненных к вакцинации против COVID-19, просим принять меры по пропаганде иммунизации. Свежая информация о вакцинированных сотрудниках должна предоставляться ежедневно до 15:00, отмечается в документе. Другими словами, сотрудники полиции должны предъявить справки о медицинском противопоказании или тест на антитела.